Национальном молодежном театре состоялась премьера спектакля «Датская история» Адольфа Шапира по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Это актуальная городская история с несказочным сюжетом для тех, кто умеет думать, любить и мечтать. В каждом гадкий утенок когда-то сидел, когда-то он вырвался наружу, превратился, может быть, в лебедя, может, еще в какую птицу. Это о нас, о нашей жизни, о рамках, которые ставит общество. Базовой основой для написания пьесы Адольфом Яковлевичем Шапиро «Датская история» явилась всемирно известная сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». А Адольф Яковлевич сделал эту историю для всех возрастов без исключения. И сделал ее, не добавляя современных реалий, абсолютно сегодняшней, узнаваемой. Она везде будет о том месте, где она идет. И что более важно, о мире вообще, о мире людей, о сложных взаимоотношениях, о праве людей быть разными. Роль у меня тут такая как бы отрицательная, с одной стороны, а с другой стороны она о чистоте своей породы заботится. Все ведь все правильно. Кроме одного, вот этот не удался. Такая философия жизни через животных, это просто чудо какое-то. Скажу честно, даже в трех местах у меня слеза оборачивалась от всей этой ситуации, понимаете? Мне кажется, что спектакль будет иметь своего зрителя. Сегодня премьера. Хочется, чтобы он жил долго, потому что он окрыляет. И потому что в нем есть великая любовь, которая есть у матери к сыну, у сына к матери, у лебедя к подруге. Мы знаем, что это лебединая верность, это вот когда любовь одна на всю жизнь. Я думаю, это до такой степени наша вот тема молодежного театра, что этот спектакль просто обречен на успех. Веринея Лихачева, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.